Цена на нефть приблизилась к 60 за баррель. Нефть марки Brent в Лондоне выросла на 0,80, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке поднялась на 1,16. Мировые цены на нефть эталонных марок растут после того, как днем ранее они опустились до минимальных отметок более чем за год. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в четверг, 29 ноября. Так, цена январских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 22:00 по Киеву выросла на 0,80-1,35% до 59,89 за баррель. В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX поднялась на 1,16-2,31% до 51,45 за баррель. Накануне нефтяные фьючерсы подешевели более чем на 1,5% до минимумов с октября 2017 года, после публикации данных о росте коммерческих запасов нефти в США на 3,6 миллионов баррелей при прогнозном росте на 0,3 миллионов баррелей. Трейдеры проявляют сдержанный оптимизм в преддверии саммита G20, который пройдет 30 ноября, 1 декабря в столице Аргентины. Участники рынка надеются, что главам государств Большой Двадцатки удастся решить противоречия, которые провоцируют замедление темпов роста мировой экономики. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://timicorrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.